Привет! Погружаемся в мир загадочных, уморительных и просто невероятных моментов. Сегодня ты увидишь собаку-аквалангиста, дом мечты любого сладкоежки и рецепт приготовления стейка с помощью лавы. Смотри до конца, чтобы ничего не пропустить. Поехали! Осуществить посадку на авианосец не так-то просто, но только не со скиллом, как у этого парня. Ставь лайк, если бы тоже хотел поплавать в такой компании. Вот почему лучше не гулять на набережной во время шторма. Ты не можешь найти в себе силы вывести пса погулять на 15 минут. Эти ребята. Есть идеи, что он только что потрогал? Плохие новости. Это кожа змеи. Я даже думать не хочу, на что способна та, кто ее сбросил. К слову о Линке, этот дом, похоже, тоже решил обновить покров. Так я вижу торговые центры каждую черную пятницу. Он был так сосредоточен на цели, что нарушил все правила гравитации. Благодаря погодке в Аризоне понятие стритфуда вышло на новый уровень. Кроме Тадж-Махала и пляжей Гоа, в Индии можно увидеть много чего впечатляющего. Например, миллионы сардин, выпрыгивающих на берег без всякой причины. Так выглядит прожарка стейка лавой. И примерно такой подачи я жду в этих модных стейк-хаусах с их ценами за кусок мяса.
Как тебе такое, шеф? Только подумай, они простояли здесь десятилетия, чтобы мы насладились тем, как они превратятся в пыль всего за несколько секунд. Завораживает, правда? Эта установка способна генерировать разные виды океанических волн и помогает ученым улучшить исследования в области волновой энергетики. Надо признать, это весьма спокойная реакция. Я бы, наверное, выпрыгнул еще на ходу. Природе плевать, сколько тысяч ты отдал за свою лодку. Для нее это просто развлечение. Просто крупнейший ГЭС в мире по выработке электроэнергии в год открыла шлюзы. И только зацени эту мощь! Будет не совсем верно назвать это арбузным фрешем. Благодаря нашим подборкам ты видел много ламинарных потоков, но только не в струе 45-градусного алкоголя. Еще пара миллиметров, и он бы привез кому-то кабриолет. Познакомься с первой в мире остановкой с самообслуживанием. У нее не только хорошие силовые, но и шикарная реакция. Got the bottom bay replaced. Got the light bulbs in, they're burning, flashing. Do got a couple little lightning hits right here on the top bay, little pinholes. Try to put some tape over that or something so the water won't go in it. Whatever I got on me. But yeah, here we are. 1,000 foot. Actually, I think it's 1,035 feet. 1,030 feet. Если делить кайтсерфинг на уровне сложности, как в игре, то это явно последний.
Ну и как после этих кадров избавиться от мании преследования? Если есть кто-то счастливее владельца этого богатства, то только его дантист. Если бы на уроках физики были такие эксперименты, я бы никогда ее не пропускал. Пока с одной стороны почти рассвело, с другой — глубокая ночь. Интересно, как это смотрится из кабины пилота? Немного удовольствия для твоих глаз и ушей. За работой пожарной авиации можно наблюдать вечно. Корабль у этих пиратов откровенно так себе. Зато какой настрой! О, матко! Комика в телевизорze. Super! Ja to tak mówię na pamiątkę państwa, tylko nagram, bo... Kurde, no teraz to będę się pilnować. Первый вывод. Дружба с соседями может однажды спасти твой дом от пожара. Второй. У нее отличный телевизор.
Заправить воздушное судно в воздухе и так крайне непросто. А они еще и делают это в таких погодных условиях. Браво! Ui, phấn nhiều. Он не только отпилил корневую часть дерева, но и скорректировал ландшафт в лесу. Не похоже, что этот фонтан на поле для гольфа был построен здесь умышленно. В каждой стране свои голуби. Эти вихри образовались за счет контраста температур и в итоге соединились в один. И это мега залипательно!